привет, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный. И сегодня сладкие, ароматные, обалденные блинчики ждут вас от папы Луи. Интересно, удастся ли болтушке победить хотя бы один день этой игры, так как игра становится с каждым разом все сложнее и сложнее. Погнали, проверим! Итак, что же день грядущий нам готовит? Кстати, я уже 8-го ранга и готова приступить к следующим испытаниям. Только для начала я бы хотела что-нибудь тут прикупить. Это я не хочу. Я хочу что-нибудь поинтереснее. Может быть, газетки? Ах, нет, это недорого стоит. А это что было дешевенькое? Флажок! Зачем же мне флажок? Это даже не серьезно. Так, куда бы зайти, чтобы что-то полезненькое прикупить? Вот, кепочки, шапочки, чашечки, непонятно что. У меня всего лишь $40, и я не могу ничего себе позволить. Это какая-то катастрофа, честное слово. Нет, ни кепку, ни шапку я не хочу. Я пойду зарабатывать. Только так я смогу что-нибудь полезненькое себе прикупить. Итак, у нас мед, медовый джем, медовая наливочка и клиент. Так, привет, Зои. Ого, как всегда, Зои хочет много блинов. Сейчас мы ей устроим много блинов. И, я же забыла, что у меня здесь просто какой-то ужас творится. Ладно, раз, два, три блина и пошли дальше принимать следующего клиента. А следующий это Дон. Дон тоже хочет много блинов. И медовую поливочку-наливочку. Хорошо, будет тебе, Дон, блины и наливочка. Так, тебе всего две штучки нужно. Отлично. А теперь мы могли бы чего-нибудь поускорять, правда? Супер, переворачиваем. И здесь у нас есть звоночек, правда классно? Только, по-моему, здесь нету. Или все-таки есть? Ладно, пока готовим. А для начала мы примем еще одного клиента. Кстати, Дон жует нашу жвачку. Вы представляете, это здорово. Ой-ой-ой, кажется, сейчас блинчики перегорят. Ну уже скорее заказывай. Ого-го-го-го-го-го-го-го-го. Вот, перевернули. На последней секунде. Слушайте, это было сложно, правда. Так, один снимаем, второй снимаем, третий снимаем. И выставляем жарить наши замечательные тостики. Это вот два тостика. И они, конечно, нам позвонят. Но для начала я бы хотела все-таки собрать эти блинчики, потому что они меня очень беспокоят. А сюда мы примем нового клиента. Привет, Пенни! Какая симпатичная Пенни. Она вафли хочет. Слушайте, ну что, они все хотят все разное. Так, ладно, Пенни, сейчас будут тебе вафли. Вот сюда раз. И вот сюда два. Все, вафли готовятся, а я пошла готовить блины. Больше никто не пришел? Ладно, никто. Ой-ой-ой, переворачиваем. Раз, два. Ой, этот еще рано было переворачивать. Вот сейчас. Отлично. А я готовлю блины, не мешайте мне. Надеюсь, что вафли тоже прозвонят. Итак, один и совсем три штучки бананчика. Раз, два и три. Второй. И еще три штучки бананчика. Раз, два, три. Третий блинчик. И еще три штучки бананчика. Ой, у меня там что-то про... Ай-яй! Это надо было перевернуть. Что же делать? Ого! Кажется, у меня не удались вафли. Ай, все, снимаю тосты. Что же такое делать-то? Ладно, вафли не звонят. Я думала, они звонить будут, а они звонить не хотят. Возвращаемся к бананчику. Я только один и успела положить. Два, три. И полить это все, конечно же, голубикой. Да знаю, что у меня тут два клиента торчат. Знаю. У меня тут с вафлями проблема. Так, нет, пока никакой проблемы нету. Отлично. Принимаем клиентов чуть-чуть попозже. Чуть-чуть. Мне нужно хотя бы первого отпустить. Это очень тяжело. Зоя, скажи, что это вкусно. Да! Говорит, что это потрясающе. 93%. Спасибо большое, Зои. А сейчас мне надо... Нет, к вафлям. Вот раз, вот два. Все. А теперь можно и клиентов принимать. Итак, кто ты такой?
Ты у нас Тим, волосатый Тим. О, с бакенбардами такими симпатичными. А вот противный клиент Хандра. Он постоянно такой хандрит. У него все время плохое настроение. Ай-яй-яй, моих вафель тоже сейчас будет плохое настроение. Итак, для Хандры сразу делаем раз, два. Я лучше сюда переложить, а то я что-то переживаю. А сейчас мы будем вафли снимать. А еще мы возьмем пятого и сделаем ему два блинчика. Так, вафли, кажется, снимаются. И один, и второй. И блинчики тоже готовятся. Мы их тоже переложим, чтобы спокойно их приготавливать. А теперь я готова. Я готова справиться хоть с каким-нибудь заказом. Например, номер два. Итак, мне нужны блины. Один блин и четыре бананчика. Что, мне уже переворачивать? Раз, два. О, все, перевернула, успела. Так, и все-таки 4 бананчика. Замечательно. Сверху второй блин, вот. И опять переворачивать. Раз, этот еще не готов. Отлично. Так, второй блин. Да что ж такое, я не успела прийти, но уже все приготовилось. Так, второй блин. И еще у нас бананчики. Целых 4 штуки. Что я блинчики плохо положила, вы заметили? А еще мед. Такой вкуснотищи у нас еще не было. Мед, мед, мед. Так, стоп, 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 стоп. Перегорят, перегорят. О, отлично. А теперь давайте эти доделаем тоже. И, конечно же, сделаем для нашей самой вредной клиентки. Только вначале нужно отдать заказ номер 2. У меня финиш. Заказ номер 2 готов. Ну, Дон, скажи, что это вкусно. Ну, вкусно же, ну. Ай, 59% ожидания. Что же скажет нам самый главный клиент? Ладно, возьмем вот эти вот вкуснейшие, обалденные тостики с маслом. Сделаем их еще вкуснее. Еще один тостик. Вот так вот ровненько. А, не очень ровненько. И присыпочка. Я помню, что ей нужна присыпочка. Что-то у нее даже бутерброд хандрит. Все, вроде бы 6-й заказ мы сделали. Готовься, Хандра. Скажи, что это вкусно. О, да, она просто великолепный результат дала. Мне удалось развеселить Хандру. Представляете? Так, а здесь у меня тоже тостики. Ну, будут другие немножко. Итак, присыпочка, посыпочка. Вкусняшечка немножко высыпалась, правда? Ну, ладно. Теперь у нас кленовый сироп. Отлично! О, вкусно! Теперь сверху опять вот этот бутерброд и масло. Слушайте, ну наворотил просто заказчик. Слов нету. Как это можно все разместить, чтобы друг на друга не свалилось? И еще немножечко кленового сиропчика. Вот так вот. Это будет вкусно. Ну-ка, я хочу посмотреть, как он скажет мне. Да, это вкусно, это супер. Фу-фу-фу. Ну, 80% ожидания у Ника, просто ужас. Ладно, давайте быстрее делать другим нашим заказчикам. 2 вафли тут сверху, 3 масла. Да, болтушка, конечно, не очень быструшка. И теперь кленовый сироп. Вроде бы ничего не перепутала. А вы, мои подписчики, обязательно следите за мной. Если что-то перепутала, сразу говорите. Мне интересно читать это в комментариях. О, Пенни немножечко больше ожидания получилось. Как это получилось? Ну ладно, это уже не важно. Главное, чтобы получились последние вкусные блинчики. И Хандра дала мне просто потрясающий процент. Мне так понравилось, я была в полнейшем восторге. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Я готова отпускать и этот заказ. Ну, скажите, ну скажи, что это хорошо. 66% и поинтов 116. О, круто, здорово, здорово, здорово. Я получила 87% всего лишь. Ну, хотя бы ранг повыше, ну, повыше ранг. Ну, уже... Ну же, да. Не хватило совсем чуть-чуть. Ну что ж, не беда, поиграем в мини-игру. Я играю, а какая будет мини-игра? А, подождите, это мне надо найти вот здесь. Ой, что это я делаю-то? Ой, а, в собачку надо попадать. Не в собачку. Ой, я забыла, что это за мини-игра такая. Слушайте, я ничего не могу попасть.
Собачка, у меня вообще тут ничего не получится. О, одну подстрелила, кажется. Да вижу я, что ты собираешься мне кидать. Слушайте, это сложно. По-моему, первый раз было полегче. Ладно, сейчас попробуем еще раз. А то я подзабыла совсем, как здесь надо делать. Итак, мне надо попасть 6 раз. Ой-ой-ой. Нет, в одну не попала, 1 раз только попала. Опа, опа, ой-ой-ой. Не попала. Ну что ж такое-то? Слушайте, за двумя... Это игра, где говорится, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это уж точно. Так, надо быть повнимательней. Опа, опа, ну, пожалуйста. Далеко улетает. Ну, сейчас $1. Это неплохой результат. Ну что ж, друзья, у меня $96. Что я могу прикупить? Так, я могу прикупить еще 1 звоночек. И я, конечно же, это сделаю. Только вот где этот звоночек разместится? Надеюсь, что на вафельках. Очень на это рассчитываю. А чтобы на это посмотреть, обязательно приходите в следующий раз в гости к папе Луи, в его великолепную блинную. А сегодня с вами была Болтушка-Веселушка. Подписывайтесь на канал Суперразвлекательный и жмите колокольчик. Рада была вас видеть. Чао, какао!